Стежок за стежком, и из белоснежного крепсатина вырисовывается очертание блузки. Это лишь часть яркого костюма, в котором скоро выйдут на сцену донецкие ребята. Шить весь комплект, хоть это и непросто, воспитанники Льговской школы-интерната вызвались сами. Мне будет очень приятно, что я вот шила этот костюм, и в нем будут выступать детки. Как они себя будут чувствовать, как ты думаешь? Отлично. Взрослые сделали выкройки и купили нужные материалы. Если что-то не получается, учителя подсказывают и направляют. Говорят, костюмы на липучках, регулируются по размеру, а стиль, как и полагается, народный. Мальчик с девочкой будут в паре. Вот рубашечка у этого, допустим, будет отделкой у мальчика точно такая же. То есть пары будут подобраны. 6 пар. Очень хочется подарить свое тепло и уют домашнего очага деткам, которые пережили очень много в этой жизни страшного, нехорошего. Вот частичку нас мы хотели бы им подарить. От сердца к сердцу. Так решили назвать свою акцию ребята и учителя. Костюмы будут готовы уже в декабре. Когда отправят, надеются получить от адресата ответ – видео выступления малышей в образе. Кстати, на призыв о помощи детскому саду «Алиса» откликнулись не только во Льгове, но и в 10 других районах. Мария Колосова, «События дня».